У микрофона Георгий Черданцев и Константин Генич. На поле футболисты, все вместе, это очередной матч чемпионата. Сегодня Терек встречается с ЦСКА. Состав Терек. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. И смотрим на состав ЦСКА. Удар по воротам. Удар, и над перекладиной мяч пролетал. Алекс Сандро. Думбия. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Там есть кому сделать передачу. Посмотри по сторонам. Есть. Нужно забивать и выходить вперед. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Сегодняшние гости показывают лучший результат в лиге по забитым мячам. И, конечно, попробовать свое звание одной из самых забивных команд в лиге в очередной раз подтвердить. В общем, я думаю, матч будет сегодня очень увлекательным и интересным. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? И в зону атаки мяч переходит. Прекрасный пас. Опасно может быть. Положение вне игры сигнализирует лайнсмен. Одился. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Вагнер Лав. Атакующая комбинация ЦСКА. И пробил. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. Я уже сбился считать передачи, честно говоря. Их много, и они все точны. Вагнер Лав. Есть шанс выйти вперед. Игрок прекрасно освободился от защитников и должен был забивать, но чуть-чуть ему не повезло. Очень динамичный момент. Даже запасные повскакивали со своих мест. С комментаторской позиции было полное ощущение, что мяч оказался в сетке. Явная ошибка защитника. Мяч потерян. Мяч у вратаря. Все в порядке. Отдился. Мяч отобран чисто. Ну-ка, кто к нему успеет первым? Посмотрим за этой атакой. Нужно забивать. Штанга! Мяч отскакивает в поле. Алекс Сандро. Какая техника, как он обратит. Думбия! А штанги мяч отскакивает, забивай! Алекс Сандро. Армейцы атакуют. Вот это удар! Невероятное спасение! Защитник надежен, разрядил обстановку, дал возможность передохнуть своей команде. Тут может что-то получиться. Отличный пас в разрез. Тут защита справляется, потеря мяча. Конец первого тайма. Перерыв окончен, и ЦСКА вводит мяч в игру с центра поля. Это может быть опасно.
Удар! Вратарь намертво забирает мяч. Одился. И пас обратно. Скучновато. Это может быть опасная атака. Атака остановлена, но кто получит мяч? Алекс Сандро. Как он работает с мячом, всех обыграл. Александро. Гол! И они на один мяч впереди. Любит этот парень подключиться в атаку, но сейчас явно не ожидал соперник. Таких действий от него. Да, и когда забивает защитник, согласись, это все-таки всегда выглядит неожиданностью. И скоро на поле появится новый игрок, замена в команде гостей. Да, он уже готов выйти и ждет разрешения арбитра. Удалось нейтрализовать атакующего игрока, кто будет первым на мяче. И в зону атаки мяч переходит. Пас в разрез очень точно. Удар. Пониже бы мяч пустить. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Думбия. Может получиться интересная атака. И это удар. Отправляет мяч в нижний угол. Блестяще. Тотальный футбол в действии. Да, агрессивная манера игры в атаке просто не оставляет шансов сопернику. 2-0. Самый нелюбимый счет Фабио Капелло. Двадцать минут до конца основного времени матча. Это может быть опасно. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. И как опасно пробил. Выше ворот. Потерял он мяч, но кому он достанется? Отлично сыграно, надо решать. Шар. И как пробил. Спасает вратарь, но мяч у атакующей стороны. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Пока неплохо. Он накручивает соперник. Вот это удар! Великолепный гол! Вот такие люди сидят на замене. Вышел и забил. Еще один гол ЦСКА забивает и окончательно снимает вопросы о победителе этой игры. В этом матче уже все ясно. 3-0 – это уже серьезно. Осталось играть примерно 9 минут до конца второго тайма. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Армейцы в атаке. Атака прервалась на подступах к штрафной. Футбол – быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Тут просто подарили мяч сопернику. Хорен Баграмян. Пол команды обыграл! Ничего себе! Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? К основному времени арбитр решил добавить 2 минуты. Это может быть опасная атака. Нет, это не пас. Угловой удар назначает арбитр.
Александро! Ох, какой гол! Какой гол! Пусть пробил не сильно, важен результат. А результат мы видим, мяч в сетке ворот. Вот молодцы, этот гол никак не меняет расстановку сил в матче. Все, звучит свисток арбитра, матч окончен, ЦСКА одерживает победу. Игра вышла неоднозначно.